Дорогие друзья, прежде всего, искренне от всей души хочу поздравить вас всех с профессиональным праздником, пожелать вам крепкого здоровья, здоровья вашим близким, счастья, благополучия в ваших семьях, ну и успехов общих нам на поприще жилищно-коммунальной сферы, оказания услуг жителям нашего города. Год был непростой. Мы все прекрасно понимаем, что сети ветхие, что не хватает техники УГХ на выполнение тех объемов работ, которые выпали в этом году по расчистке улиц и площадей нашего города, и многое другое. Но несмотря на это, вот вы, кого сегодня отметили, вы лучший золотой фонд нашей жилищно-коммунальной сферы. Делайте все возможное, чтобы неудобства жителям нашего города не было. Вот, в кратчайшие сроки устраняли в этом году и аварии, хотя их, конечно, много. И это, конечно, очень влияет на настроение книжемцев. Поэтому хотелось бы вас все коллективы в вашем лице поблагодарить за добросовестный труд по оказанию услуг в жилищно-коммунальной сфере жителям нашего города, ну и пожелать дальнейших успехов вот в этом вопросе. Ваш труд, он непростой, сложный, а порой и самоотверженный. И здесь хочется выразить истинную вам благодарность за комфорт и уют в наших домах, за чистые, благоустроенные улицы. Большое вам спасибо. И хочу вам пожелать крепкого здоровья, благополучия, удачи и всего самого наилучшего. И, конечно, безаварийной, стабильной работы. Сегодня такой день, когда мы слышим слова благодарности за свою работу. К сожалению, нас чаще ругают, чем хвалят, но тем не менее. Что хочу сказать. Коммунальщики – это особая каста людей, которая беззаветно предана своей профессии, которая в любое время дня и ночи не считается своими личными интересами и не прося за это каких-то материальных благ, просто делают свою работу для того, чтобы люди могли комфортно жить в своих домах. Конечно, наша отрасль последние даже десятилетия, она испытывала острый недостаток финансирования. Поэтому мы на сегодняшний день имеем то, что имеем. Об этом Вячеслав Егорович уже достаточно подробно рассказал. Но, тем не менее, задачи перед нами стоят очень глобальные. При поддержке правительства Ивановской области мы будем реконструировать комплекс водоотведения, будем заниматься сетями тепла, вода, снабжения. Также постараемся поддерживать УГХ в их нелегкой работе. Понятно, что парк техники оставляет желать лучшего. Год рождения у них очень далекий. А задачи у нас с вами стоят очень серьезные, потому что при поддержке губернатора много очень территорий в центре города благоустроены, и они требуют особого внимания и заботы. Уважаемые коллеги, примите от меня самые искренние поздравления с профессиональным праздником. Я хочу пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии, ну и, конечно же, успехов в нашей нелегкой работе. Мы со всеми задачами справимся.